секунд должны на льду появиться защитники Ойстрика и Накладал. В атаке звено Новотные, по краям Клепиш и Днец. У ЦСКА первое. Удерживают армейцы шайбу, но бросать не дают. Хороший пас из борьбы Рясинский. И не сумел замкнуть дальнюю штангу Игорь Радулов. Хотят выиграть почетный трофей. Стремятся выиграть кубок. Проход по центру. Бросок Новотный. Не удалось Стане зафиксировать шайбу, поэтому игра продолжается. Первое звено пражского клуба напало на четвертое звено. Звено Прохоркина, которое сейчас шайбой. Так вот, в том случае, в предыдущих двух встречах сыграли здорово. В этом компоненте преуспели. И нам дают повтор прохода Прохоркина. Ну, а пас на дальнюю штангу не получился. Защитник Льва надежно сыграл Клюшка. Не защитник, вран. Выказывает недовольство происходящим. В полном составе Лев. Эскалация напряжения. Кваша встречает улыбкой случившееся. Но на всякий случай вернулся к месту, с которого его выпихнули. А, чуть задел Кваша голкипера, и это не понравилось Накладалу. Прекрасно понимают, и Скоро понимает, и Буцаев, тренеры осознают, что может быть овертайм и не один, а значит, будет необходимость вовлечь как можно большее число хоккеистов. Ошибаются армейцы в самом начале второго периода, и Новотные открывают счет в матче. Обескураживающее начало для гостей. Рылов неудачно сыграл на собственном пятачке и не сумел помешать шайбе дойти до Новотные. Пас классный, разрезающий. Ойстрик набирает третье результативное очко. Он на распасах в данной серии. Капитан налево празднует успех. ЦСКА полной решимости быстрее исправить ошибку первой минуты второго периода. Важный промежуточный итог для Лева. Это что касается первой 20 минутки. То, что не пропустили, как обычно, в первом периоде. Отрисовал Крыльчик. Так вот, Широков исторически лучший бомбардир ЦСКА в плей-офф. Он 18 очков набрал. Армейцы сумеют достойно завершить эту серию, если они в ней победят. Что такое? Какой травматизм у армейцев во втором периоде? Александру Радулову в предыдущей встрече доставалось, и лед у него на шее был. И в первой, во второй встрече то он не только партнерам помогает, но еще и доктору. Да, Новотный высоко поднял клюшку и ударил капитана армейцев по зубам. Это еще один эпизод, как действуют соперники против Александра, который, надо отдать ему должное, удар МП как топором орудовал своей клюшкой. Будто он не на льду, а в сражении участвует. И, конечно, Финн подвел коллектив. Подвел. После перерыва что-то у всех повреждения. Что там, пластическую операцию задумали сделать Роману Шиханову. Полил зеленкой. Пластырь как-то неспешно пластировался, но шайбу выкинул. И гол! Наказывают за удаление соперников хоккеисты ЦСКА.
Александр Радулов по обыкновению выводит на бросок кого-то из партнеров, в данном случае Ажиганова. Ажиганов – это фамилия отличившегося. Это как будто восклицание, восторг. О, Жиганов! 5 очков в серии. Он шайбу забросил, 4 результативные передачи сделал. Еще момент! И 2-1! Дэвис выводит свою команду вперед! Команда имела преимущество по броскам по итогам первого периода. И тут такая коллизия. Не сумел переместиться Порселант вовремя и накрыть соперника. В отправлении добивание Станя. Сыграл шикарно голкипер армейцев. Цыпались шайбой, приадресовал ее Косте, но хорошо сыграл клюшкой Рылов. Поднял инвентарь сопернику в нужный момент. А рядом хватается за голову молодой форвард. Свисток. Текач на своих двоих доехал до скамейки запасных. Я понимаю, ему было больно. Сейчас за подобные действия очень жестко наказывают арбитры в плей-офф. Отслеживают подобные нарушения. Врезался Дэвис в соперника, уже освободившегося от шайбы. И впечатал голову в борт. Хорошо, что шлемы сейчас прочные. И Дэвис отправляется в раздевалку. Автор второй шайбы в ворота Пепперли. Конечно, поведение довести до логического завершения только заброшенной шайбы. Станя реагирует на бросок Мемпя. Армейцев, кстати, получается из 8 заброшенных шайб 5 в БЧ. В ЭХФ четко судьи реагируют. Клепиша. Немец. Замах и выстрел. И добивание. Добивание неудачное. Лепиш. Мимо ворот летит шайба. Были крайне неаккуратны. Это касается игроков ЦСКА и Лева. Новотны. Но опять-таки, может быть, наше пресыщенное воображение. Насчет воображения потом, потому что атакуют ЦСКА и диском, но современные шайбы делаются из резины. С помощью нефти, кстати говоря, изготавливаются шайбы. Кваша остался с шайбой, Прокоркин ее подхватил. Бросок! И шайба влетает в ворота Пепперли! А Кваша набирает 3-е результативное очко. Он поборолся, отвоевал шайбу, и Прохоркин уязвил ближний угол. Вот это была расслабленность. Персон. Такое впечатление, что шайба его сбила с ног. Ведут в серии 3-0. Какие закономерности у нас в матче между